одна. Я через Фабриса, через моих общих друзей, наших общих друзей мы познакомились. En fait, j'avais l'idée de créer un clip vidéo. На самом деле появилась так спонтанная идея записать такой видеоклип. C'est quelque chose dont on a pensé déjà il y a plus d'un an. Могу ли я сказать, теперь уже могу, два года назад мы уже начали задумываться об этом проекте. En Russie. Сделать нечто в России. Donc il fallait une sorte de Челентано russe. Такой русский Челентано. So, on s'est mis en contact et puis. Мы связались и. Et je pense que quelque chose de très intéressant a été fait. Я думаю, что очень интересный получился у нас результат. De toute façon, c'est très très, c'est vrai que c'est très amusant. В любом случае, это очень очень забавно, поверьте мне. Прошу вас. Говорить от сердца с женщинами здесь, женщинами своей страны, я не могу говорить столь искренне. Я чувствую себя прекрасно. Я настолько благодарна. Потому что для меня это новая жизнь. Она началась здесь. Да. For us, that we don't know well, we know all the industry, so it took us a bit, but we found Ivano is very, 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 very funny and very charming, and we did like a little game. So. На самом деле наш проект был сделать что-то в России, но было трудно найти истинного артиста, который бы соответствовал нашим целям и тому, что мы хотели создать. Но наконец-то после недолгих, но достаточно долгих поисков мы его нашли. Он очарователен. Это очаровательный человек. Да. Si je peux ajouter quelque chose par rapport au clip vidéo. И могу ли я добавить кое-что о видеоклипе? Nous allons lancer une ligne de cosmétiques exclusive. Мы также собираемся запустить эксклюзивную брендовую линию косметики. Да, en Russie, dans tous les pays de la CIS. В России и во всех странах СНГ. Et je pense que Francesca, Francesca voulait démarrer absolument en Russie. Абсолютно точно хотела начать именно с России. Et on a voulu associer, on va dire, quelque chose de plus fun avec un clip vidéo. И мы хотели также ассоциировать это с каким-нибудь забавным видеоклипом. Да, donc c'est un projet global. То есть это глобальный проект, который является частью большой задумки. Да, voilà, on arrive. Мы, скажем так, мы снова выходим. На аванс-сцену. Мы уже давно на сцене, но мы теперь выходим на аванс-сцену. Наши сердца, которые мы хотим показать теперь по-настоящему. Это всего лишь начало. И еще вопрос. Хорошо. Почему так офигенно выглядит? Наши россиянки так классно не выглядят, так офигенно. Спасибо, во-первых. Вы знаете, когда приехал сюда первый? Чтобы сниматься фильма. Фильм «Чукай». Это был для меня всего лишь мой первый визит. Я приехала, и все меня спрашивают, вы случайно не русских корней? Да, у вас черты моего лица российские, я россиянка, поэтому... И я очень часто слышу это от многих женщин. Я вижу, что всех нас, всех российских женщин объединяет нечто общее.
Tu sais, à mon avis, tu sais quoi? Je pense que c'est le résultat d'un mélange napolitain, italien, tu vois, un peu du sud, avec des racines russo. Вы знаете, я вижу, что, наверное, ее красота заключается в таком миксе между наполитанскими корнями, российскими корнями, южными корнями. Вот эта вот смесь просто ядерная. Да. Еще вопросы? Прошу вас. Владимир, для чего это Александру Ребину, ну, наверное, нам всем понятно. Для чего это вам? Для чего вам этот проект именно... Александр Андреев. Спасибо. Alors, déjà, il faudrait... Je ne sais pas tout le temps, on a besoin de quelqu'un, ou quelqu'un a besoin de quelqu'un d'autre. Вы знаете, в жизни я считаю, что люди нуждаются друг в друге. Сегодня кто-то нужен кому-то, кто-то помогает, завтра помогают этому человеку. Я считаю, что Ревет настоящий артист. Вы знаете, и мне будет весело, и это самое главное. В следующий раз это обязательно будет кто-нибудь другой, возможно. Et n'oubliez pas que c'est quelque chose qu'on a voulu faire pour lancer sa ligne de prospective. C'est quelque chose qu'on a voulu ajouter, c'est une partie d'un projet global. Не забывайте, что это часть глобального проекта, в который входит несколько составляющих, такие как, например, ее косметическая линия, но и другие также последуют. C'est aussi très bien de démarrer avec un clip vidéo musical russe basé sur un film qui a été fait il y a un certain temps déjà. Это замечательно. Et qui a eu beaucoup de succès, et beaucoup de succès ici en Russie. И показать себя в таком музыкальном клипе, который воспроизводит частично тот фильм, который уже снимался в России, который россиянам напоминает, скажем так, который известен здесь. On a voulu aussi réveiller les mémoires. Мы хотели снова освежить память. Косметики. Не могли бы вы дать топ beauty tips от Арнеллы Мути? Топ секрет, скажем так, по уходу за кожей. Прекрасный глобальный вопрос вы задаете сейчас. Как каждая женщина. На самом деле, как всякая женщина, я хочу сиять, я хочу выглядеть красиво, я хочу выглядеть лучше. Я хочу обогащаться вот этими. Огромное количество средств косметических на сегодняшний момент существует, и мы все это знаем. So I'm not exception. И вы знаете, я не исключение из правил. And Fabrice brought me from Japan. Фабрис мне из Японии. Я не помню, полгода, 6 месяцев назад где-то. Привез мне один крем. Я его попробовала. И он мне стал нравиться все больше и больше. Это на самом деле не крем. Это маска. So, I said, well, я сказал себе, хорошо, who is producing this cream? Кто производитель этого крема? And as you know, I don't know if you know, but Fabrice is in the cosmetic world since many, many years. Фабрис уже возглавлял компании, которые производили косметическую продукцию в течение многих лет, в частности, американские тоже. So he discovered it was produced in the States by people that he had business before, and он нашел производителей, это оказались ребята из Штатов, с которыми он уже раньше работал в предыдущих проектах, и были хорошие человеческие взаимоотношения между ними. Да, c'est une formule particulière. Это особая формула. Et c'est fait aux États-Unis. Она производится в США. И Франческа. Quand elle a commencé vraiment à apprécier le produit. Когда она действительно стала видеть. Elle a voulu optimiser la formule. Эффект от продукта, захотела оптимизировать формулу. Avec les ingrédients actifs. И добавили туда активные ингредиенты. Et on a travaillé, et ça fait un an qu'on travaille. И мы работали, и вот год мы работали над этим. Quasiment. Практически год. Et,